Так, ну я же вам обещала показывать интересный момент. Это такой перекресточек. Видите, вот зебра зелененькая стоит. А вот машиночка просто припаркована на зеброчке. Мы с Никитой пытаемся сейчас перейти дорогу. Ну, на зебре стоит здорово. Так, выключаюсь. Тут надо внимание. Пошли. Это называется доброе утро. Мы с Никитой даже выбрались на пляж. Время 8 с небольшим. 8 утра мы пришли. Какой сказочный воздух. Это просто красота. Ну, кстати, на пляже есть уже люди. Мы идем сейчас купаться, пока небольшая волна. Сейчас проверим водичку. Кстати, Никита, ты видишь, вот этот кораблик стоит? Да? Что-то он там ловит. Пойдем окунемся. Ну что, пошли? Футболочку ты мне дай. Солнце еще не сильно пекучее, приятное. Конечно, оно после 11 начинает прямо так до костей пробирать. А сейчас здорово. Так, я вижу, я уже немножечко стала приятного такого цвета. Не белого. Красота. Так, ну что, немножко терапии шумом волны. Мне кажется, это лабрадорчик какой-то пришел. Покупался. Ножки помочил. Мы, между прочим, окунулись. Водичка прекрасная. Но море начинает немножечко бушевать. Никит, покажи, как ты окунаешься. Как ты окунаешься? А Никита наоборот волнуется. Ой! Никита, сильная волна! Вау! Все! Это ты в джакузи! Боже мой, я в джакузи. Я в леопардовом купальнике, который сейчас очень-очень моден. Но я его купила, можно сказать, пару лет назад. Я уже знала о трендах. А когда у тебя много купальников, они, в принципе, прекрасно живут много лет. Я за Никитой поглядываю. Я сейчас скажу крамольную вещь, но этот запах круче всех парфюмов мира. Запах природы. Но я сегодня утром в парфюме Дельфорте Тиранико. Но этот запах шикарен. Запах свободы, запах моря. Все, немножко с вами погуляла. Мы с Никиточкой зашли в магазин, захотелось рыбки. А вот это что, я не могу понять. Вот так это называется? Вот, а мы взяли две филе
Подождите, мы взяли 4 филе леврек, тут называется, но у нас это сибас. Ребята, нам вышло 108 лир. Это нам на 2 дня. Вот так вот. Какие-то тут рыбешки. В следующий раз я хочу вот это взять. Это какая-то сарпа. Сейчас мы, Никитик, дома загуглим, что это за рыбешечка. А это маркан. В общем... Все, Никитка, пошли мороженое тебе возьмем, чтобы ты домой дошел. И всякие готовые салаты продаются, соусы, всякая хрень. Сырочек. Вообще морожка включится. Хочу показать вам свой обед здесь, в Турции. Я его готовлю сама. Смотрите, такой какой-то салатик я порезала. Здесь у меня петрушка. Сейчас сниму шкурку с помидора. И огурчик. Один Никите я порежу, второй себе сюда в салатик. И добавлю сюда брынзочку. Вот такой у меня будет обед. То есть отдых отдыхом. Но видите, мне и здесь хочется питаться вот как-то чистым питанием. Тем более здесь очень много фруктов, овощей. Фрукты тоже шикарные. Я здесь уже купила абрикосы, клубничку. Ну, в общем, вы понимаете. То есть здорово, когда ты сам можешь себе приготовить. И самое интересное, корректировать заправку. Я добавила оливковое масло и порезала вот такие вот оливки зеленые. Очень классные. Ну, вот так. Вот такой салатик у меня получился. Я еще посыпала... Это рижа мявкает. Я еще посыпала вот такой вот паприкой. В общем, мне очень-очень вкусно. Огромная тарелка получилась. Ну, это шикарно. Класс. Ну, Кити купила такой, захотел холодный чай. Риша. Так, Костик посмотрел, какой салат я кушаю. Говорит, Ин, сделай мне такой же. Очень аппетитно выглядит. Значит, заодно вам покажу, из какого салата я делала. Вот такие длинные листья. Мне кажется, это ромэн. Если нет, поправьте меня. Вот. Немножко жестковатый, но я его режу, знаете, так, соломкой. И тогда это прекрасно, вкусно. То же самое добавила я, что-то у меня, петрушка, оливки. Сейчас сделаю помидорчик без шкурки, огурчик и салатик. Все. Заправку ему оставлю отдельно, и мы пошли на пляж. Он говорит, ты меня оставь, я залью сам. Вот так вот, девочки, все заразительное. Правильное питание заразительное. Это смотрится очень аппетитно. Так, в горах какие-то тучи собираются. Мы с Никитой пришли, накупались в волнах прекрасных. Но мне не нравится вот этот горизонт. Сейчас 5 часов вечера. И я смотрю, видите, в какой дымке. Алания, я говорю, Никита, надо валить, потому что сейчас будем бежать. Что-то, мне кажется, будет опять дождик. Ну, в общем, мы собираемся. Но вода прекрасно теплая, я не понимаю, как только идут волны, вода резко теплеет. Да, закон подлости. Ну, люди, смотрите, переплывают эти первые волны и балдеют себе. Да. Все, оделся на. Значит, проходим мы возле этого. Я не знаю, это как у нас клематис растет. Вот что это такое? Здесь запах такой сильный. Я пошла прямо аж на с дорожки, свернула. Ну, вы поняли, куда. Понюхать эти цветы. Они пахнут просто... Дурманистически, можно сказать. Кто знает? Ой, боже, тут кокехи, мама дорогая. Ой, так к деньгам. Это кокехи. Ой, какой запах. Как его зовут? Скажите, пожалуйста. Это пахуче. Ты слышишь запах, да? Он такой сильный, крепкий, да? Так, мы с Никитой идем куда? Куда-то. Куда-то. Мы идем искать тренажеры. Нам посоветовали здесь такое новое местечко. То мы ходили все время на набережную, а сейчас поищем новое место. Мне почему-то кажется, что это или школа, или какой-то спортивный... Да, наверное, какая-то школа, а это спортивная площадка. Вот опять эти кусты. Дальше у нас
по курсу банановые рощи. Банановые рощи. Жирчик. Никит, а ну, потри вот такой листик чуть-чуть. Вот так вот, потри, понюхай. Чем тебе пахнет? Ну, он инжиром не пахнет почему-то. Ну, вот, наверное, уже зарождается инжир. Не знаю, может, это не инжир. Не знаю, инжир, не инжир. Ну, по виду, да. По запаху нет. Да, сильный запах. Так, ну, нюхач не может пройти спокойно мимо любого дерева. Ну, посмотрите, какое. Какие кустарники. А, ну, вот они, кстати, не пахнут. А эти розовые вообще чудо. Все, вижу, Никита. Ну, там полно людей. Вижу я тренажерную историю. Помогите. Помогите, меня мама ведет на тренажеры. Спасите, помогите. Читайте по губам, помогите. Мама заставляет заниматься спортом. Так, Никита меня пародирует, а ну. Посмотри, быстрее, листик просто. Листик. Ой, так, так, это мама идет. Никита, только смотри, не долбанись об книгу. Посмотрите, книга. Посмотрите, вау, книга. Посмотрите, страницы. Разбор, лампа, еще тренажер. Деревья. Ой, что-то это деревце сдохло, блин. А вот это, кстати, вот Никита смеется, но это правда очень красивое дерево. У нас такие засохшие штучки есть. Так, тут есть. Ну, тут очень много людей. Я не люблю, когда много людей. Здесь есть столы для тенниса. Тут есть. Ну что, давай где поменьше. А, там просто детские качельки. Никита, давай, на тренажерах не так уж и много. О, все, пошли мы. Божечки. Вот это море сегодня. Боже, какие волны. Оно так на камере вообще не передает, как есть на самом деле. Но зато здесь такой воздух усиленный. Воздух усиленный таким микроводой, микробризом. Боже ли, какая волна заходит? Офигеть. У-у-у. Никита, гля, какие волны. Ой-ой-ой. Давай отходим. А то сейчас мы сейчас и искупаемся. Я тебе говорю, идем. Мы с Никитой с утра пораньше, можно сказать, вышли на набережную. Идем к нашим полюбившимся тренажерам. Сейчас Никиту покажу. И заодно... Что там? Кошак. Котов тут полно. Море сегодня, конечно, не ласковое, но зато не так сильно бушует, как вчера. Так, Никита, тебе какой больше понравился тренажер? Да мне больше. Не, вот этот. Да. А мы вчера проходили мимо этого кафе, сейчас я покажу. Это даже не кафе. Ну, пляжное такое, да, островочек с синими лежаками. И вчера тут была какая-то гуляночка. Очень много людей, но я подозреваю, это местные турки здесь гуляли. Вот. А сегодня утром идем, а там полно людей сидит. И я говорю, что-то они, по-моему, день второй называется. Второй день подряд они тут что-то тусят. Не знаю, что они тут оставались ночевать. В общем, не знаю я. Какие-то машины стоят. Класс. Ну, Морька немножко успокоилась. Вчерашние волны, я думала, я к морю подхожу. Ты вообще успокоишься, нет? Немножко успокоился. Успокоилось море, появился такой красивый синий, лазурный, можно сказать, изумрудно-голубой цвет. Вот. И сегодня не так и пасмурно. В общем, сообщила вам наши похождения. Так, мы всей бандой собрались в Аланию. Уже вечерок. Едем посмотреть. Ириша даже. Ириша с нами едет. О, какая красота. Мила нас везет. Ох ты. А что это за гора такая вот эта? Это же Кале. Как? Кале, да. Кале. Ага.
Ага, туда надо подниматься. Она ночью, когда мы видим. Угу. Ну, сейчас мы ничего не видим. Фонарики у них красивые такие. Вот эти дугой. Вот это пансионаты. Да, вот это все. А как они, бедные, на пляж ходят? Ну, так и ходят. Бегают по дороге. Вот это как мы это, да, на зебре. Побежали! Побежали на пляж! На удачу. Да, 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 да. Тут люди живут прямо на берегу. Вот это, да, дома? Да, это дома. Угу. Жилые прямо на море. Ну да. Много закрытые окна. Ну что, нормально. Ну такая первая линия, можно сказать. Тут уже отели, да. Самая первая. Ну красивая здесь, ну даже это набережная или нет, такая аллейка красивая. О, здесь пирсы, я смотрю, с этими, с лежаками там сделаны. В общем, ладно, сейчас в Аланию приедем. А, Мигрос. Понятно. Полиция, видишь, какая красивая. Полиция что-то там не понравилось, да, а что? А почему вы на зебре стали? Почему вы на зебре стали, да? А он включил. Да, включил. В виде мигалок. Да, еще за мной. Ну, сразу люди гуляют. Сразу сердце в пятки. Что такое? Все так неприятно. Ну да, 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 да. Это точно. Чата смелая. А вот Мила пропускает. Видите, вот учитесь. Ой, ну тут одна сплошная этот, улица, да. С магазинами и кафе. Это главная, это главная улица, да, Алании? Узенькая такая уличка. Это все прокат. А, прокат вот этих, господи, вот этих, вот этих мокрых. Да, похоже, что здесь, да, вот тут здание. Здесь. Ой, господи, что тут только нету? И дубленки, и кожанки такие, из прошлого века. Смешные такие. Все, что хочешь и не хочешь. Все, что хочешь и не хочешь. Правильно, Никита говорит. Кучу, а ничего не делать вообще. Просто для лохов вот этих приезжих. Сделано. О, ерунда какая-то. Ну да. Мы сейчас так на колею выедем. Все правильно, вы прямо едете. А это вот та, которая модная, да? Ну, это летом. Угу. Подальше отъедь от меня, пожалуйста. На своей дорогой машине. Езжай, езжай. Не тормози резко. Да-да-да. Ты чё? Ты видела ролики прикольные? Типа, осторожно, живите, типа, с сумкой. Ну, едешь на бережку. Ух ты, красиво. Это ещё не красиво. А мне уже красиво. Ночью вообще. А ночью, когда светится? Вообще это именно. Ну где здорово. Но это мы едем, конечно. Мы сейчас будем ходить. Так, посмотрите на даму с собачкой. Мне дали Ришу, чтобы я с ней гуляла. Короче, мы так припарковались, что парковка здесь только в кафе. И нас настойчиво сопроводили прямо в эту кафешку. Ну вы посмотрите, какой здесь вид. Класс. Никит, я тебя никак не словлю. Здесь вид просто обалденный. Смотрите. Морька, пляж. Так, Никитик, выключи мне камеру, потому что я собачка. Да. Сели мы в таком кафе или это ресторан, я даже не знаю, с таким вот видом. Ресторанчик. Здесь так красиво. Тут торговые суда раньше подходили. Да. Не подплывал. Риша. Риша реагирует. Так, ну мы волей судьбы оказались в таком. Тетя нам цветы предлагает. Мы оказались в таком кафе или это даже ресторан, потому что не могли найти парковку.
И Мила нашла парковку. Нас парковали. Нас говорит, выходите из машины. Припарковал парковщик, забрал ключи, сопроводили нас в ресторан, потому что здесь только парковка для тех, кто посещает ресторан. В общем, мы пришли, наслаждаемся вот таким красивым видом. Мила говорит, это такая старая Алания. То есть Алания была вот этот остров такой, где замок красивый. А потом Алания разрослась вот туда. Ну, в общем, мы пьем вечерний кофеюк, а Никита чаюк. Так, ну здесь красиво. Красивый этот замок. В общем, ой, как тут пахнет. Какой-то ужасный шаурмой. Кафешки. А мы идем с Ришей, между прочим. Хозяева взяли собаку, а несем ее мы. Кстати, она 2,5 килограмма, но она очень как-то, мне уже аж рука устала. Будем ее по очереди все носить. Так, выходим, здесь какая-то набережная. Корабли. Никит, я думаю, эти кораблики берут в аренду и плавают. Да, такие они себе, да. Есть получше немножко. Здесь там вообще неплохие. Я думаю, это такие туристические яхточки. $150 в час. Ну, а это, конечно, частная история. Смотрю, кальян стоит. Вот здесь на яхточке. Барбоса Делюкс. А нет, это они приглашают они прокатиться на этих яхточках. Да, Никитик? А вот этот сателлит я все время читаю как салютик. Салютик. Так, Клеопатра тоже предлагает. Смотрите, какие интересные путешествия с цветами. Все, я смотрю, предлагают на сдачу. Чтоб сняли яхточку с вот таким вот кальяном и шампанским. Ну, чумик у нас тяжелее. Так, тут дайвинг какой-то, я смотрю, тут прям с этими костюмами вот они опускаются. Ух ты, шка, это такой, давай руку видите. Нептунчик какой-то, огромный корабль. Я думаю, куда-то он предлагает красивенько поехать. Целый Титаник. До часу они всего лишь работают. Дискотеки. А, дискотеки до часу. Да. Ага. Юморят они. Так. Понял. Терраса есть, говорит, красиво. Терраса у них есть. Присядьте, ребята. Ну, в общем, вы видите, так, ресторан, люди гуляют, балдеют. Здорово. А я все смотрю, любуюсь на эту красивую крепость. Так, смотрите, какой мы нашли красивый водопад. Класс. Никит. Ой, я буду мокрая. Становись, я сфоткаю тебя, Никит. Сфоткаю тебя. Здесь такое заведение. Здесь, в общем, Мила сказала, обязательно нужно попробовать вот это блюдо. Это в такой булочке скумбрия. Вот она стоит 130 лев. Это такая какая-то мелкая рыбка. Мне, честно говоря, она симпатичнее 160. Это у нас... что это, скумбрия? Нет. В общем, в булочке. Вот здесь ее готовят. Вот такое вот кухонька готовят. Жарят ее на мангале. И потом приносят... Покажу, что здесь еще есть. А, как это называется? Это называется...
хамси экмек, а это ускумру экмек. Вот так это называется. Ускумру экмек. Боже, там булка, половина батона. Капец. Божечки. Ну, смотрите, что тут еще есть. Ой, всякая зажарка. Леврек. А леврек это не кита, это сибас. Это сибас. Это дорада, я смотрю. Короче, смотрите. Сибас 395 лир. А дорада тоже 395. Угу. А, вот оно, хамси. Ускумру экмек. Ну все, пошли, Никитик, идем. И вот так это кафе выглядит. Прямо возле водички. Красивая такая здесь набережная. Так, у нас с Никитой утренний променад. Мы просто все в такой рубашечке легенькой. Часто вижу украинские номера здесь. Мы только что проходили, Мерседес стоял такой какой-то классный. Ну, вообще, если вижу здесь классную машину, это украинские номера часто я здесь вижу, хочу сказать. Только что тоже проезжала на винницких номерах. Тоже огромный Мерседес, джип. Девчонка за рулем. А так я хочу сказать, у турков здесь как-то машины попроще в общей массе. Безусловно, есть богатые турки, но я имею в виду в общей массе взять машины, например, посмотреть, просто 2 минуты постоять на проезжей части, посмотреть, какие машины ездят в Днепре. Я уже молчу про Киев. Не, ну почему молчу про Киев? Не, про Киев. В Днепре когда-то появилась какая-то машина, я уже не помню какая, неважно. Она только там выставку прошла, и она уже в Днепре. К чему веду? Что, ну, тут все-таки турецкие машины такие старенькие. И вот милая Костя говорит, что здесь дорого покупать автомобиль. Вот так вот. Ну, они берут здесь в кредит машины. Кредит очень маленький. Я так понимаю, Костик не сталкивался. Ну, буквально такие какие-то мизерные проценты. Но кредиты они выплачивают, бывает так, что даже и дети их потом выплачивают, кредиты на автомобиль. Но это все со слов Костика. Так, это Мигрос. Никита, что, мы в Мигросе что будем смотреть? Или в нас пойдем? Никита здесь полюбил мороженое, но оно в нашем таком спецмаленьком магазине. Как же оно называется? Сейчас я вам скажу, подождите. Так, Карефур. Карефур. Идем мы сюда. Здесь фирменное мороженое. Никите только оно нравится. Так, показываю Милыны покупочки. Мила все время берет здесь такую красочку. Это тонировка. Сейчас будем краситься. Видите, аммиак фри, аммония. Вот, какой-то красно-коричневый. Вот, и покрасится Мила, и я ей подстригу кончики. Такой натуральный. В принципе, такой русо-коричневый цвет. Так, Мила ходила с Костиком в магазин. Смотрите, какие она купила кроксики. Такие высокие, такие они лягусенькие. Что я могу сказать? Если бы я одела такие кроксы, конечно, бы я была бы похожа... Ну, в общем, тут надо понимать. Под типаж, под ножку, вы сами понимаете. Мила выше меня. Она говорит, прекрасно чергать себе на пляж, за продуктами. В общем, быть на расслабоне. Тут, конечно же, нужно смотреть под себя. Очень они легенькие, конечно же. Но, конечно, не мой стайл, это однозначно. Девочки, носили бы такое? Пишите. Давайте обсудим. Цепочка такая. У меня было когда-то такое было украшение на шею. Правда, розового цвета.
вот так вот. Или знаешь за сколько? За 200. Вот магазин возле часов, там такое все, ну, дорогое. Так это зайдет. Поняли? Там, классные у них. Так это вторая покупка, милая. Ну, эти классные, мне нравятся. Да, такие. Ну, такие тяжеловатенькие, конечно. Но все равно они навороченные. Угу. Ну, такие. Яркие такие, супер. Да, да. Я вам продемонстрирую. Вы представляете, у нас Мила оказался один размер. 35-36. Я что-то думала, Мила, у тебя больше. Нога. Но вы понимаете, да, все-таки это не мое на мои худые ножки как-то оно. Но они удобны. Ой, во-первых, боже, я в них же сразу выше. Это кто? Риша ругается. Я в них просто как на каблуках. Костик выглядывает. Мы с Милой собрались на рынок. Я в очках себя и не вижу. В общем, 5 часов вечера, а мы, я надеюсь, там что-то еще продают. Мы за овощами. И Никите я обещала арбузик. Мы пошли. Так, смотрите, что происходит. От Левантик Мюглера Ангел Нова я здесь носила практически до конца. Для меня это, в принципе, был всегда зимний такой аромат. Но здесь, боже мой, конечно же, климат влияет. Как он классно здесь звучит. Прекрасная малина. Вот это даже немножечко такой терпковатость. Какой-то мускус здесь немножко такой шершавенький. Но эта жара просто, ему просто идет на пользу этому аромату. Вот просто до конца от Левант. Получила море удовольствия. Удивительно. В Турции классно носится Мюглер. Ангел Нова. Мой зимний аромат. Ну, вот так вот. Здесь он у меня оказался супер-супер летним. Так, ребята. Мне мое включение уже начинает самой себя немножечко удивлять. И смешит, наверное. Эта история мне уже начинает напоминать день сурка. И вот мы идем с Никитой с пляжа. Нет, не так. Начинается это видео так. Вот мы идем с Никитой на пляж. Вот мы идем с Никитой с пляжа. По одной и той же дороге зашли мы в Мигрос, купили. У нас это называется Сибас, а здесь Леврека. Короче, потратили мы 167 лир за 6 филе. Вкуснейшая просто прелесть. По поводу дня сурка. Ну, серьезно. Я такой человек, Никита, иди, чтобы я тебя видела. Я такой человек, что, в принципе, я люблю постоянство. Ненормально. Дом, пляж, отдых всегда хорошо. Но вы знаете, реальное ощущение дня сурка. Я в шоке. Если бы здесь был мой муж, мы бы уже объездили здесь все бы побережье. Я серьезно вам говорю. Побережье. Мне кажется, мы бы уже были где-то там. Напротив, где-то мы бы уже в Грецию поехали. Где-то бы мы поехали. Короче, мы бы уже мотались. А тут мы никак не доедем до пляжа Клеопатра, потому что я здесь без машины. Я бы, конечно, здесь сама бы гасала бы. Вот. Напишите, пожалуйста, как вы любите отдыхать? Дни сурка? Или же любите путешествовать, не сидеть на месте? Вот. Вот это у меня такой к вам вопрос. Я словила здесь такую же прикол, что, конечно, день сурка это... В общем, это не для меня. Нравится мне все-таки разнообразие и какое-то действие. Вот так вот. Ну, понятно, что отдыхать в любом случае хорошо. Сейчас мы сделаем себе обед. Сейчас, я на паузу нажму. Сделаем себе обед. Притом, вот Никита кушал раньше. Ну, бывает, так сильно проголодается. Я на пляже кушал. Но я все равно пришла к выводу, что я делаю такой ресторан. Никита говорит, мама, сегодня покупай 6 филе. Он вчера вечером мою забрал, я наелась вот так салатом. В общем, сейчас буду делать я ресторан.
у нас дома. Помню, показывала ли я вам вот это дерево. Так выглядит дерево авокадо. Так, Никита мне уже открыл двери по красной дорожке. Я каждый раз иду по красной дорожке. Боже мой, чувствую себя просто королевой. Королевой какой? Турецкого кинопарада. Ой, класс. Так, все, Никита лифт вызвал, мы едем. Мой лучок на пляж. Так, показываю. Это филешка, она какая получилась у нас. Никите и мне кусочек. И вот такой салатик я сделала с брынзочкой, которая местная. Приправила, как обычно, оливковое масло, лимончик. Это такая паприка и сверху капельку гранатового соуса. Все, приятного аппетита. Да, Никита, все. I wanna wake up with you in the morning. Say what you want.